Всем привет! Как сэкономить на дорогом мыле? У нас продаются вот такие вот от фирмы Загратан. Это шпендер. Короче, автоматически руку подставляешь, капелька мыла выделяется. И вот когда она заканчивается, короче, вот это, чтобы поменять, она стоит 2 евро. Такая головка. Ну, с мылом. Что нам сейчас надо будет делать? Покупаем дешевый в ДМ мешочек с мылом. Тут хватает на 2-3 заправки. Вот это. Пузырька. Так, делаем что? Отключаем сейчас все. Потаскиваем, короче, головку. Берем обыкновенную ложку. Потом эта крышка у нас, короче, не снимается. Сделано так. Короче, не каждый додумается поменять. Снять крышку и налить туда другого мыла. Так, берем вилку, ложку. Снизу поддеваем вот так. И вверх. Все, сняли. Ничего там не ломается. Уже это раз 10 я, наверное, так наливал. Все. Берем мыло. Наливаем полную баночку, короче. Налили баночку. Полную. Теперь прессовываем назад крышку. Все, прессовали. Так, теперь вставляем снова в гнездо. Нажимаем. Все. Включаем автомат, пробуем, подносим, первый раз не пошло, не заполнилась трубка, второй раз подносим, все, уже начинает выдавать, сейчас третий раз полный будет капелька уже, все, вот так вот действует этот аппарат. Экономим, покупаем дешевое, заливаем туда дешевое мыло. Все, на этом все. Кому была информация полезна, ставим лайки.